К другим темам. Епископ Каменский Алапаевский Мефодий осветил памятник старшему лейтенанту Владиславу Долонину, герою России, участнику первой чеченской кампании. Бюст на днях был установлен в селе Малые Брусяны на территории храма пророка Божия Ильи. Память героя России, старшего лейтенанта Долонина Владислава Александровича Сооруженного, осветил памятник сей. Старший лейтенант Владислав Долонин, командир 12-й отдельной бригады специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Уже после взятия Грозного в ходе атаки Владислав получил ранение в ногу. Приказав продолжать выполнение боевой задачи, остался с пулеметом прикрывать подчиненных от преследующих их боевиков. Подавил огнем две боевые точки противника и уничтожил до 10 террористов. Сам он погиб, но спасенные офицером бойцы захватили высоту и продержались на ней до подхода подкрепления, отразив несколько атак боевиков. Мы вспоминаем этих людей, они приходят в нашу жизнь, они и нам помогают должным образом исполнять свой долг. В Асбесте герою России также посвящен памятник, а теперь и в Малых Брусянах почтили память старшего лейтенанта. Также существует идея о создании аллеи славы на территории храма. Ее высказал родной брат Владислава Долонина, который также обратился с пожеланиями к собравшимся. Совершенствуйте себя духовно и физически, и я считаю, что воинам, в первую очередь духовно, для нашего государства обязательно необходимо быть, и вы всегда востребуетесь. После минуты молчания и награждения медалью Каменской епархии и архиерейскими грамотами благотворителей, участвующих в восстановлении храма и строительстве здания Центра военно-патриотического воспитания молодежи, состоялись показательные выступления клуба «Десантник» и роты специального назначения войск Национальной гвардии. Завершилось мероприятие полевой кухней и демонстрацией боевого оружия.